Инвесторы самого скандального недостроя Одессы «Золотой берег» попытались поговорить с Геннадием Трухановым. Но мэрская полиция в форме милиции напомнила им, что выборы уже прошли. Людей едва пустили на порог муниципалитета и заявили: Труханова нет, Шандрика нет, а без хозяев гостям тут не рады. Я здесь 18 лет, люди, проработала, была доступна. Мария Ивановна, перестаньте. Перестаньте. Люди в шоке. 11 лет назад более 600 горожан вложили кровные доллары в жилой комплекс от компании «Прогресс-строй». Чуть позже застройщик исчез вместе с деньгами. Труханов пообещал помочь, но не вышло. Скандальный объект взялся достроить другой кооператив. Мэр ему поверил. В итоге людей кинули второй раз. Сейчас мы идем к городскому голове с тем, чтобы он не передал аренду земли под строительство наших домов кооперативу «Морской», который находится в сговоре с городскими властями и хочет еще получить незаконно деньги с нас, инвесторов, которые мы уже давно оплатили. Примерно они говорят, в двух словах, как они говорят, по 10 тысяч на рыло. Вот так они говорят. Это их слова, я просто цитирую. Так инвесторы простояли в коридору никому не нужными. Получив отворот-поворот в мэрии, люди отправились жаловаться в прокуратуру.